Итак, в прямом эфире концертная площадка. Вот один певец стоит, хотел запеть, но сегодня у нас другой певец, и это Гиги Азар. Здравствуй. Доброе утро. Гиги Азар, доброе утро. Доброе. Давай сразу рассказывай о песне, которую мы будем сейчас слушать. Песня очень красивая, поэтому будем... Авторы кто? Авторы, музыка, слова я, да. Гиги Азар. Вот, песня называется «Раненые». Песня очень красивая. «Раненая»? «Раненый». А «Раненый», хорошо. Ага. Хорошо. «Раненый». Песня про то, как пара немного запуталась. Да. Вот, они вот немного заблудились. И, в отношениях? В отношениях, да. Ага. И вот они думают, любят ли они друг друга или нет. Но проходят... «Раненый он». «Раненый он». Что мне нравится, да, в песне, конечно, что конечно. «Раненый он». Пара заблудилась, но «Раненый но он». Но «Раненый он», да. Да. Хорошая песня. Чувствую хорошую песню. Ну, вообще, в двух словах, что концерты, август, сейчас? Сейчас больше отдых. Мы готовимся к концерту. У меня в ноябре будет день рождения, поэтому я готовлю концерт с программой. Сколько лет, ну-ка? 30 лет. Ой, красивый возраст. А какого у тебя числа? 2 ноября. Прекрасно. Мы ноябрьские. Супер. Светлана, объявляй Гиги Азара красиво, как ты умеешь. Выступает не впервые на канале «Беларусь 1» и канале и всемирном канале «Беларусь 24», потому что нас смотрят во всем мире. Песня о парне и девушке. Девушка его любила, что-то ошиблась. Поет Гиги Азар. «Парни ранены». Всего доброго, дорогие. Это солнце с тобой, теле попало. Наши чувства с тобой, мы теле попало. Задыхаемся мы, не понимая, как чувства теряют такт. Но когда мы поймем, что все идет не так, нужно что-то менять или что-то решать. Направление жизни выбираем мы, только мы, только мы. Только мы, только мы. Только мы, только мы. Что-то менять или что-то решать. Направление.